Лада уже не та. ВАЗовские авто вышли на новый уровень. Масштабы производства поражают. Оснащение цехов, оборудование и слаженная работа сотрудников – все на высшем уровне. 20 счастливчикам со всей страны показали, как производят двигатели, линии сварки и сборки автомобилей на платформе B0. Как раз здесь и делают городской кроссовер X-Ray. Они посмотрели производственные площадки, как собираются наши автомобили, как изменился АвтоВАЗ за последние несколько лет, насколько более современные технологии производства сегодня мы применяем. Один из новых флагманов ВАЗа X-Ray обрастает дополнительными опциями. Он получил 17-дюймовые колеса с шумоизолирующими подкрылками, функцию отключения системы контроля устойчивости и антипробуксовочной системы. Новые стилевые решения в интерьере. Популярность моделей Vesta и X-Ray стремительно растет. И не случайно именно яркий кроссовер стал главным призом специальной акции завода. В новой акции АвтоВАЗа принимали участие более 20 тысяч человек из самых разных уголков России. Ничего особенного им делать не пришлось. Необходимо было просто заполнить заявку на сайте, взять на тест-драйв любой автомобиль АвтоВАЗа и написать свой отзыв. Победителя выбирали случайным образом. Именно ему и достанется главный приз – автомобиль X-Ray в максимальной комплектации уникального цвета «Сердолик». Ключи от новенького авто победитель Михаил Яковлев из Оренбурга получил из рук президента компании Николя Мора. Михаил за рулем 3 года, с вазовскими машинами хорошо знаком. Об X-Ray мечтал. Его и брал на тест-драйв. В автомобиль буквально влюбился. Разница колоссальная, конечно, это большой шаг вперед. Мне кажется, достойные конкуренты иномаркам за такую цену, мне кажется, по качеству ничем уступать не будет. Поэтому... это шикарный выбор. Вы имели возможность убедиться, что новые автомобили «Лада» действительно очень современные и надежные. Все ваши рекомендации, которые вы сегодня сделаете, мы будем использовать при разработке новых автомобилей. И надеюсь, в ближайшем будущем весь модельный ряд «Лада» будет переработан в соответствии с вашими пожеланиями. В ноябре проходит второй этап акции «Познакомься с «Лада». Условия участия и призы остались прежними. А завод продолжает модернизировать модельный ряд. К производству готовится «Веста Эксклюзив» с кожаной обивкой сидений и руля, подсветкой салона в ногах пассажира и водителя, хромированными молдингами на дверях. А во второй половине следующего года на дорогах должны появиться «Веста» в кузове «Универсал» и вседорожная «Кросс-версия». Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.